Вы смотрите видео об отеле Катя, старое название Crysanthem Katy Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Катя, старое название Crysanthem Katy Hotel, расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 120 километров от аэропорта Анталья, 2 километра от Алания, в поселке Абагёль. Территория гостиницы занимает 7200 квадратных метров. Городской отель с собственным пляжем и уютными номерами. Расположен в Алании, в 135 километрах от аэропорта Г. Анталья, в 50 метрах через дорогу от моря. Состоит из одного основного седьмиэтажного здания и шестиэтажного корпуса. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля карт, 6 баров, 2 конференц-зала до 350 персон, 2 бассейна, 1 крытый, 1 открытый, 2 водные горки, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, бизнес-центр, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар бесплатно, только вода, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, керамическое покрытие, балкон, подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров – 265, 241 стандарт румс, 28 квадратных метров, максимум 3 плюс 1 человек, 24 family rooms, 45 квадратных метров, 2 комнаты, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, максимум 4 плюс 1 человек, 2 номера для инвалидов, стандарт румс. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть: стрельба из лука бесплатно, сауна бесплатно, бильярд платно, джакузи платно, водные виды спорта платно, тренажерный зал бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, парная бесплатно, турецкая баня, хамам бесплатно, бочи бесплатно, массаж платно, настольный теннис бесплатно, дартс бесплатно, анимация бесплатно. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, настольный теннис, пляжный волейбол, дартс, шахматы, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, джакузи, водные лыжи, парашют, каноэ, катамаран, бильярд. Для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, по запросу, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, собственный, на пляже зонтики, шезлонги бесплатно, матрасы платно, на пляже полотенце бесплатно, бар на пляже платно, прохладительные напитки, песчано-галечный. Год постройки гостиницы – 1995. Год, когда был сделан последний ремонт – 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.